Магазин VIPTIME.RU представляет наручные часы Casio Edifice EQB1000. Данная модель появилась в продаже летом 2019 года. Она получила новый усовершенствованный модуль Bluetooth. Он стал тоньше, соответственно, часы стали тоже на порядок тоньше, чем были до этого. Стекло у часов сапфировое. То есть для синхронизации с телефоном нужно скачать приложение Edifice Connected. Тут выбираем модель часов. И здесь сразу же появляются подсказки. Нажать и подержать 2 секунды. Окей, жмем. Регистрировать часы. Сейчас они установят текущее время в соответствии с настройками вашего телефона. Достаточно долго это выставляется. Здесь есть инструкция, как пользоваться часами на английском. Можно скачать с часов данные о работе секундомера. Так, это мировое время. Тоже можно выставить. Нажимаем вот здесь. Выбираем любой город на карте. Ну, Москва, например, вполне пойдет. Установить этот город для часов. И вот сейчас в этом циферблатике будет показано московское время. Здесь уже крутится побыстрее. Все установлено. Также с помощью приложения можно установить на часах будильник. Он один. Так, по приложению, в принципе, все. Циферблат очень красивый. Такой даже непонятно сказать, что за цвет. Объемный. Браслет литой на раскладывающейся застежке. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.